Самый активный гражданин поселка Айхал Евгений Федоренко. Молодой человек стал участником конкурса народных инициатив. Районные власти решили призвать жителей Алмазного края помочь обустроить придомовые территории, улицы и фасады. В поселениях работы по улучшению качества и комфортности проживания уже закончены. Какую проектную идею предложили воплотить в жизнь в Айхале, узнала Нария Сивцева. Евгений Федоренко в Айхале живет 11 лет. В районном конкурсе участвовал впервые и не прогадал. Его идею воплотили в жизнь. На Соборной площади установили 4 креативные клумбы. Цветники Евгений вместе с друзьями сделали своими руками. Весной клумбы засеят, и чуть позже они запестрят разными цветами. Думали уже давно, как бы внести, так скажем, свой вклад в развитие, там, либо благоустройство, что-нибудь такое, сделать именно для себя что-то интересное, вокруг себя, вокруг всех людей Айхала. Посмотрим, может, что-нибудь более интересное уже придумаем, более покрасивее, мы как бы тоже уже там просматривали, там и по интернету лазили. На установку креативных клумб потратили 140 тысяч рублей. Деньги выделили из районного бюджета. 10% от суммы участники конкурса вложили сами. Жители Айхала необычным клумбам на площади были удивлены. Прекрасно, все замечательно, очень нравится. Тем более сейчас в такое время, когда сильно много людей заняты. Замечательно просто. От чистой души я благодарна этому человеку. Просто свой энтузиазм, я так поняла, проявил, да? Это же дорогого стоит. Сейчас просто люди все в себя ушли, все в своих семьях. А здесь только положительные эмоции. Восхищаюсь такими людьми. Я думаю, что это самые люди, которые действительно требуют уважения к себе, к своему труду. Конечно, даже было очень приятно. Принять участие в проекте «Активный гражданин» может каждый. Для этого нужно просто предложить свою идею, как облагородить улицы, фасады домов и площадей. Словом, сделать жизнь ярче, красочнее и комфортнее. А что предложите вы? Нария Сивцева, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».